Здравствуйте. Перед вами выступает Воронцов Александр Викторович, город Черемхов, Иркутская область. Песни о бывших черемховцев, которые когда-то родились, проживали в нашем городе, закончили школу, горный техникум, 9 училище, 13 фазан. И разъехались на сегодняшний день, многие проживают где-нибудь во Франции, в Америке и так далее. В Израиле, знаю точно, там одна семья уехала, слышал. Ну, очень много разъехалось людей по всему миру. Но вот именно память о Черемхово, даже в тех далеких краях, им согревает душу. Ну, точно не знаю, всем ли, все ли вспоминают про наш город, но думаю, что многие. То есть, особенно, когда это где-то прозвучит по телевизору о нашем шахтерском городке. Ну и люди сразу автоматически, вот я там жил, вот я там то-то помню. Ну, такую вот пришла мысля в голову. Я и написал такую песню. Потому что больше ничего на сегодняшний день не придумал. Черемховцев очень много, черемховцев там и там. Поразъехались по свету, но все помнят про горняк и про цисовские трубы, что извечные торчат, терриконники про горы и конек всегда базар. Память, будто согревает земляков всех наших, точно я не знаю. Черемховцев в прошлом, нынче уж другие, или парижане, или. Все равно приятно очень, по себе могу сказать, где бы не был, я бывало вспоминал всегда свой край. Черемховский самый лучший, как бы не было, ага. Где такие в Черемхово закадычные места? Память, будто согревает земляков всех наших, точно я не знаю. Черемховцев в прошлом, нынче уж другие, или парижане, или. Даже улица какая, даже старые дома, даже, может быть, дорога, где ходил не раз, не два, где гулял с девчонкой было и, возможно, обнимал возле дички на скамейке и, возможно, целовал. Память, будто согревает земляков всех наших, точно я не знаю. Черемховцев в прошлом, нынче уж другие, или парижане, или. Черемховцев очень много, черемховцев там и там. Поразъехались по свету, но все помнят про горняк и про цесовские трубы, что извечные торчат. Терриконники про горы и конек всегда базар. Память, будто согревает земляков всех наших, точно я не знаю. Черемховцев в прошлом, нынче уж другие, или парижане, или. Память, будто согревает земляков всех наших, точно я не знаю. Черемховцев в прошлом, нынче уж другие, или парижане, или. Ну, конек, это всегда был рынок, базар, так мы называем в простонародье Черемхово, потому что больше практически никуда не ходим. Так что вот, ну, так сказать, вот что вышло, то вышло. Сразу сегодня написал, вот 10 минут назад, и сразу выложил. Спасибо.